Привет, hi, let's study English. Давайте изучать английский и с вами разберем, как строить вопрос в прошедшем времени с did. Да? Did – это как раз вспомогательный глагол для образования вопроса. Значит, все просто. Вперед ставится did, потом подлежащее и глагол и все остальное. Например, ты пошел в школу. Вперед ставится did, получается did, потом ты, you и пошел. Go. Did you go to school? Глагол ставится в первой форме, он не меняется. Например, ты понял? Did you understand it? Ты посмотрел на это? Did you look at it? Например, ты встретил его? Did you meet him? Ты слушал эту передачу? Did you listen to this program? Или, например, ты смотрел эту передачу? Did you watch this program? И так далее. То есть, вперед ставится did, ближайшее, далее глагол, который не меняется. И так для всех лиц. Например, я работал. Did I work? Далее, did you work? Did we work? Did they work? Did he work? Did she work? Did it work? И так далее. Например, это работало очень хорошо. Получается, did it work very well? Например, она пошла в школу. Did she go to school? Он пошел на работу. Did he go to work? Например, она пришла с тобой, did she come with you, и так далее. Все просто, просто вперед ставите did, это очень важно. И не забывайте брать именно первую форму. Okay, good luck, and I wish you good progress. Желаю вам хорошего прогресса. Bye.